Олимпиада городов, так же как и сельская, ждала своего проведения после переноса из-за пандемии. Во время подготовки к стартам в Заринске существенно обновили материальную базу. На это выделили больше 118 миллионов рублей. Они ушли на реконструкцию стадиона «Юность», где уложили искусственное футбольное поле и литые беговые дорожки, а также ремонт спортивных залов, площадок и мест временного размещения. Город Заринск на несколько дней совершенно точно стал центром спортивной жизни нашего края. И Заринск принял эстафету Мамонтовского района, где совсем недавно, неделю назад, прошла Олимпиада сельских районов, муниципальных районов Алтайского края. В Олимпиаде участие принимали 10 малых городов Алтайского края. Это больше 800 участников. Они соперничали в 13 видах спорта. Все эти события в череде спортивных являются главными, являются массовыми и образующими с точки зрения развития спорта на территории Алтайского края. За первую строчку общекомандного зачета боролись представители Бийска и Новоалтайска. Но УК-град все-таки оказался сильнее на 10 очков и с активом 880 баллов забрал пальму первенства. Замкнул тройку лидеров Рубцовск. Егор Матаев, Артем Тарасов, Сергей Седых. Новости.